стиле Чунжао Матинской области обрушился строящийся спорткомплекс. Возведение объекта началось в ноябре прошлого года. В январе 2021 года планировалось завершить работы. На проект было выделено более миллиарда тенге. Заказчиком выступают управление строительства Алматинской области, а генеральным подрядчиком ТО «Лидер НК». По словам представителя акимата, все будет восстановлено. Решение по привлечению виновных к ответственности будет принято на основании заключения комиссии и подписанного с подрядчиком договора. В процессе строительства было частичное обрушение крыши третьего блока. Пострадавших никаких нету. Люди все в норме, никаких проблем нету. Все нормально. На сегодняшний день комиссия работает. Причины, в связи с чем это произошло, уточняется после заключения комиссии, будет точно выяснена причина, от чего это произошло.